представлены опытные зоны 5G, которые мы развернули на территории Республики Беларусь. В частности, одну зону в Кополе в диапазоне 700 МГц, одну зону в Великом Камне в диапазоне 3,5 ГГц. И непосредственно на ТИБО у нас тоже есть тестовая зона в диапазоне 700 МГц. На нашем стенде мы как бы и показываем наш кейс, который можно предоставить людям в сельской местности. То есть 700 МГц диапазон дает очень большую площадь покрытия. Вот. У нас на данный момент в республике города и крупные населенные пункты закрыты оптикой, а идти в мелкие населенные пункты экономически невыгодно становится. И здесь 5G нам играет хорошую службу, так сказать. Телефон, интернет. Человек получает в любой точке зоны покрытия стандартные услуги, такие же, как в городе. На данный момент для опытной эксплуатации у нас до конца года есть разрешение. Вот, мы проверяем возможности сети, проверяем задержки, проверяем тестовые кейсы какие-то, интеграцию с промышленностью, с сельским хозяйством, в том же образовании. Непосредственно на ТИБО мы получили результаты, можно сказать, отличные для диапазона 700 МГц. Вот, скорость входящая 195 Мбит в секунду, исходящая 78. То есть эти результаты несравнимы даже с 4G.